Приветствую вас, Елена. Ну, я, конечно, не знаю всех подробностей, но мне видится ситуация так, что вы себя вот пересиливали. Вы заставляли себя делать что-то через силу, заставляли, и вот теперь это просто-напросто разломало. То есть мне кажется, что вы вот жили до сих пор, вы жили в некой такой другой совершенно реальности, где нужно было постоянно себя заставлять, вы себя заставляли, ну, мне так, по крайней мере, кажется, что вы себя заставляли, вот. И, собственно, в этом и заключается, наверное, проблема. Это и есть то, что вас, собственно говоря, сломало, как мне кажется, потому что обычно такую историю проживают люди, которые не находятся в гармонии с собой, да, они вот эти люди, они просто вот, ну, живут, вот, делают все, потому что надо. Они вот убеждают себя в том, что, дескать, вот я всем этим занимаюсь, потому что я этого хочу, например. Вот, на самом деле я этого не хочу. Но если я этого не хочу, то чего я хочу? Тогда. Вот. И это страшно. Страшно для человека вот в таком вот контексте оказаться. То есть ему проще как-то вот признать, что я хочу того, что, допустим, мне навязали в той или иной степени, проще признать это. И проще, может быть, согласиться с этим, с тем, что навязали, чем признать, что есть вещи, которые я хочу, есть вещи, которые я не хочу. Потому что это предполагает определенную ответственность, а это, в свою очередь, пугает. Вот. Поэтому вы напоминаете именно такого человека, вот. К сожалению, вы напоминаете именно такого человека. И, в общем-то, на мой взгляд, именно с этим нужно работать. Это вот отделить как-то то, чего хочется, допустим, вам. Вот. И то, что хотят другие люди, к примеру. Вот. Это очень важно. Для вас. Вот сделайте это, и ситуация нормализуется. А покажется, конечно, да. Покажется вам действительно очень тяжело, я вас прекраснейшим образом понимал. Вот. И мне думается, что именно с поддержкой психолога вы сможете найти себя, найти то, что вам нужно, опереться на это и двигаться в этом направлении в соответствии с тем, что вы хотите, а не в соответствии с тем, что нужно другим людям. Вот. Вполне возможно, что нагрузка просто большая, и вот такой определенный кризис наступил, вам нужно просто отдохнуть. Но я в этом не уверен, потому что не ясно пока, что именно с вами происходит. Вот не я просто. Вот так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.